Отныне на платные пляжи Одессы свободный вход для всех. Съемочная группа «Думской ТВ» провела эксперимент. Роман Семенов отдыхал на побережье на территории клуба «Ибица». Сразу после входа на пляж мой коллега разместился на одном из участков. Журналистам заинтересовалась охрана заведения, которая вызвала руководство. В итоге администрация, увидев телекамеру, разрешила свободно отдыхать на территории клуба. Нам можно здесь полежать, отдохнуть? Не вопрос. А туда подойти можно? Туда, на территорию? Хочешь на ресторан? Ну, например, можно подойти ближе к воде. Туда нельзя подойти? Подойди. Хорошо, мы идем туда. Сейчас мы зайдем непосредственно на территорию клуба «Ибица», там, где находится бассейн. В конце концов, представители заведения сказали, что каждый желающий имеет право прийти на территорию пляжа и расположиться со своими вещами. Однако услуги пляжа платные. К примеру, 12 часов аренды шезлонга стоят от 150 до 300 гривен.